если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Им, как воздух, требуется впечатление, возможно, застенчивость. Часто люди с гласной «О» склонны к консервативному образу мыслей, и принципиальность сковывает их возможности. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Главный недостаток этих людей – чрезмерный эгоизм, самоуверенность, переходящая иногда в манию величия. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. По силе духа владелец этого имени – сильная личность с большими амбициями и желанием выделяться среди тех, кем себя окружают. Буква «О» в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Данному имени приносит удачу цвета солнца – золотой, желтый, бронзовый. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.